Дэйв, сейчас к тебе в гости придут мои девочки из школы. Они с тобой погуляют. Ух ты, здорово! Погуляю, ура! Мама, а где они? А когда они придут? А что за девочки? Мам, а ты куда? А почему не ты со мной погуляешь? Мам! Лил Вейв, успокойся. Мне нужно будет отойти по делам. Ненадолочка. Не скучай без мамочки, ладно? Я поэтому позвала своих девочек. Придет Трамблмейкер, но ты ее знаешь, это моя самая лучшая ученица. И еще одна новенькая. Лол Прэшес со своей сестричкой Лил Прэшес. Вы с ней подружитесь, вы примерно одного возраста. Ух ты, люблю подружиться. Мам, а можно я съем вот этот курасан? Лил Вейв, какой курасан? Что такое курасан? Мама, ну вот же, курасан. Можно я его скушаю? А то сейчас пойдем гулять, а я проголодаюсь там. Можно курасанчик съем? Лил Вейв, вот этот круассан. Курасан, я и понять не могу, что такое круассан. Кушай, пожалуйста, да, и одевай тапочки. Сейчас пойдешь на улочку. Здравствуйте! Мы пришли погулять с вашей малышкой. Лил Вейв, привет! Как у тебя дела? Пойдешь со мной гулять? Привет, Трамблмейкер! Конечно, пойду! Сейчас только курасан докушаю и пойду. Курасан, здорово! Ну, кушай! Смотри, курочкой не стань! Кто курасаны ест, тот потом курочкой превращается. Курочкой? Ой! Я уже, по-моему, закукала. Как мама говорила, что это? Это круассан. А если я съем круассан, я курочкой не стану? Нет, Лил Вейв, думаю, после круассана не станешь. Так, Лил Вейв, а где твоя коляска? Как мы пойдем гулять? Ой, девочки, вы уже пришли? Спасибо вам огромное, выручили, молодцы. Вот коляска для Лил Вейв. Ого! Но мне кажется, мне с такой не справиться. Мне и до ручки не допрыгнуть. Лил Вейв, пойдем пешочком. Ой, ай-яй-яй, как же я сразу не подумала, что она по росту вам совсем не подходит. Как же быть? У меня есть еще одна коляска сейчас. Вот-вот, Трамблмейкер, смотри, еще одна колясочка. Да, и ты достанешь? Посмотри, попробуй, пожалуйста. Ой-ой, вы знаете, по-моему, нет. Попробуй вот... Нет, а этой тоже не достаю. Лил Вейв, пойдешь тогда пешочком. Мама, нет, я устану и сотру все ножки. Я хочу на коляске ехать по дорожке. Мама, мне нужна коляска. Ну вот и здравствуйте. Так и знала, что я что-то не учла. Девочки! Поиграйте дома, пожалуйста. Сейчас я сбегаю до магазина и куплю коляску. Я быстро. Ну вот, коляска для двух малышей. И очень низенькая. Просто супер. Девочки, вы не поверите, я нашла в магазине коляску для двух малышей. Смотрите. Она подойдет и для Лил Вейв, и для Лил Прэшес. И вы сможете идти гулять спокойно и не беспокоиться, что у малышей устанут ножки. Здорово! Рассаживайтесь и идите на прогулку. А я вернусь через часик. Ого! Здорово! Я такой колясочке... Мама, я и мечтала о такой коляске! Я могу с подружками ездить на ней гулять! Супер, мамочка, спасибо тебе! Лил Прэшес, ну что же ты ждешь? Прыгай скорее ко мне! Поехали кататься! Трамблмейкер, смотри! Здесь очень широкая ручка, и мы вдвоем сможем управлять этой коляской! И правда. Здорово. Ну что, Лол Прэшес, поехали гулять с малышами. Ну что, малышки, готовы? Поехали! Ну что, ребята, пока-пока. Мы с малышками идем на прогулку. Для этого у нас есть вот такая замечательная коляска для двойни. Здорово.